Новый автономный смартфон от OKitel, фотографии смарт-часов от компании ZTE, ну а также информация о Galaxy S8. Ну а я Макс, всем привет! И сегодня, 21 марта, отмечается День лесов. Данный день стал отмечаться с 1971 года. В скором времени поступит в продажу OKitel K6000+. Данный смартфон является увеличенной версией своего родителя. И это касается лишь дисплея в 5,5 дюймов. Также данный смартфон выделяется мощным аккумулятором на 6000 мА, как в общем-то и его предшественник. Считаю, что это отличная игровая машина. Ну и конечно просто очень автономный смартфон. Ах да, и еще присутствует быстрая зарядка, которая на 100% заряжает всего лишь за 100 минут. В данный момент смартфон уже в предпродаже за $200. Первые фотографии смарт-часов ZTE Quartz. О данных часах уже давненько ходят слухи. Но до сегодняшнего дня не было подтверждения, что они вообще появятся. Появились фотографии, а также часы уже успели пройти сертификацию. Так что, вероятно, и релиз в скором времени. Из фото видно, что система Android Wear 2.0, также в часах имеется 3G, то есть может работать как смартфон. Также надеюсь, что это не единственное решение цвета, и будет какой-то выбор. Ну и новый день, и новые фотографии Samsung Galaxy S8. Как мы видим из фото, внешний смартфон все такой же, как его показывали ранее. Только фотографии сегодня поинтересней. Кроме этого, показали на фотографиях наушники EKG, которые будут идти в комплекте со смартфоном. Обычные проводные наушники, ничего особенного. А также рассказали о голосовом помощнике Bixby. Данный ассистент будет, конечно же, прост в использовании, как заявляет Samsung. А также, по их заявлению, он будет выделяться среди всех помощников и будет лучше них. Во-первых, ассистент может поддерживать любые приложения и все их функции. Вроде как без ограничений. Также данный ассистент можно будет всегда вызвать и совмещать его вместе с сенсорными командами. И последнее, и самое важное, Bixby — это обучающий искусственный интеллект, который не требует запоминания команд для вызова какого-либо приложения. Вы просто общаетесь с ним, и он обучается. Все это звучит очень радужно и круто. Посмотрим, что будет на деле, так ли все идеально. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ну а также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе событий. Новости выходят каждый будний день. Ну а если нужна помощь в выборе смартфона, обращайтесь. Удачи и пока.